Всем доброе утро. Мы уже проснулись. Позавтракали хлебушком моим очень вкусным. Сейчас смотрю новости. Ну, не новости, телек. Там сейчас говорят про то, что много новостей лживых в социальных сетях, по телевизору. И как этого избежать и как это аннулировать. А сегодня у нас чистый четверг, поэтому у меня сегодня будет глобальная уборка. Буду стирать вот эти пледики, прям сейчас запихаю. Муж уже в душе сидит. Постели все. Это не муж. Это мой Чарли. Постели сменю. В общем, да, поставлю машинки стираться и на зарядку становись. Сейчас завтрак провалится. Ну, естественно, полы мыть, там пылесосить, это все как у всех. В общем, чистый четверг. Че рассказываю? Сами все знаете, правильно? Вот такие вот у нас дела. Погода замечательная, так что будем проводить день. Вы знаете, что я тут подумала-то? Я опять купила яйца большие, а на большие яйца у меня не залазят наклейки. У меня есть там пару наклеек, ну, хотя бы для себя, знаете, сделать. И они на мои яйца не лезут. На мои яйца. В общем, большие. И думаю, а маленькие где взять? Вот буду как-то думать этот вопрос. Видите, машины на ту сторону переставляются. Какие уже переставились, какие нет. Так, продолжаем. Продолжаем. Не люблю я постели менять. Ужас как. Этот пылесос очень мощный, поэтому пропылесосю диван. Надо дверь открыть, воспользоваться моментом, пока муж в душе. Привет! Чирик-чик-чик, ты не купался, что ли? Не купался. Водичку мы сменила. Каждый день ему водичку меняю. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик. Свинарник. Берем пылесос. И пылесосим. Смотрите, как укроп вырос. Я не знаю, что ему на крыше. Жарко. Вы говорите, днем просто даже сейчас достигает такая температура. И от стен, и от полов очень жарко. Поэтому там ничего не растет. А тут, смотрите, видите, результат налицо. И я, смотрите, я думала, вот из этой части не полезет никакой цветок. Лезет, смотрите, как классно. А этот-то вон, смотрите, какой вымахал. Это калы. Ой, вот лезет, смотрите. Ужас. Не ужас, а хорошо. А эти калы, что-то у меня это. Тоже как те желтеют. И все. И трындец. Видите? Тоже желтеют вот листья. Вроде бы и поливаю, и все, чего им не хватает. И все, и трындец. Ну ладно. Все равно красиво. Thank you.
все-таки этот пылесос не сравнится с тем. Мощный такой, прям засасывает только так. Вообще, так что пропылесосил на славу. Про нарушителей смотрю. В общем, я подумала, думаю, а за диванами что? Будет свинарник? Не будет. Нашла там помаду, ложку, даже Чарли чучу рвал. Я вообще люблю отодвигать диваны, потому что там всегда что-то находится. Сюрприз! В общем, вот так вот у меня проходит день. Мужа прогнала наверх, собаку тоже, а сама тут вершу. Время первый час. Я уже повесила одну машинку. Потом, после обеда, наверное, протру пыль. А сейчас пойду с Чарли гулять. Он, бедный, туда-сюда ходит. Не знаю, куда. Вот. И надо с ним погулять хотя бы тут на пятачке немножечко. Сегодня у меня в меню вот такие свежие сосиски. С лучком, с вином. Шампиньонами. У меня рецепт есть на канале. Очень вкусно и быстро готовится. Ну, естественно, пирожочки. Я уже картошку сварила с луком жареным. Думаю, может быть, с капустой сделать. Нет, все-таки хочу с картошкой. Прям они у меня какие вкусняшки получаются. Тесто. Вот. Я вчера ночью еще кое-что сделала. У меня прям как это, кулинарный понос какой-то. Простите за выражение. Но прям я вчера в 11 ночи кое-что сделала. Потом покажу, когда время придет. А пока пирожочки будем делать. Никогда не пробовала кускус. Вот сейчас хочу попробовать. Говорят, просто залил водой и все. Не знаю, похоже на пшенку. Кто пробовал? Вам нравится? Я не знаю. Сейчас попробую. А муж будет... Ну, 100% не будет эту еду. Я ему картошку вот осталась от начинки. С картошкой будет. Вот так запарился. Похож прям на пшенку. На пшено похоже. Время пить вкусный облепиховый чай. Я вот так их расталкиваю, да, или как. В общем, я их вот так. Буду пить зеленый. Здесь у меня уже зеленый с иван-чаем. И теперь просто заливаем кипяточком. Мои чудо-чашки. О, вы запотели. Аромат любви манит грешным яблоком. Боже, это уже вкусно. Это уже вкусно. И потом еще ложечку меда. Тамбовского. Мед тамбовский. Надо еще наложить. И все. Пускай заваривается. И сейчас буду наслаждаться вкусным, полезным чаем. У меня вчера одноклассники сошли с ума. Не мои одноклассники, а сайт одноклассники. Понаприглашал мне в друзья, кого надо, кого не надо. Всех. Сегодня получаю сообщение. Я туда редко, очень захожу редко. Получаю сообщение, мне пишут, думаю, кто это такой? Как так? Как они так могли без моего согласия понаприглашать меня в друзья? Непонятно что. Или, может быть, это взломали, или что это? Как это? Не пойму. Не знаю, кажется, как так и произошло. Сейчас гляжу
8 друзей ко мне присоединилось. Я их не приглашала. В общем, трындец. Пью чаек и офигеваю. У вас такое бывало когда-нибудь? В общем, вчера где-то в 10:30, в 11 ночи на меня что-то нашло. Я вспомнила, на днях моя подруга делала тортик. И я думаю, выглядел просто шикарно. Думаю, блин, надо тоже такое сделать. В общем, вчера я его повторила. Делается очень просто. Называется пломбир, по-моему. Ну, здесь половина доля. То есть я рецепт напополам поделила, чтобы большой не вышел. И очень вкусный, правда. Если вам нужен рецепт, пишите в комментариях. Я с вами обязательно поделюсь. Ну, такой узенький, видите? Узенький, маленький, на зубок. Но очень вкусный. Теперь в это время мне только я его могу понюхать. Сейчас пойду с Чарли гулять. На пятачок мусора вынесу. Тут мусора дофига. И что еще делать? И больше все. Сегодня машинки 4, наверное, поставила стираться. Благо, день хороший, все высохло. А, и потом я займусь собой. Нужно себя тоже отшкрябать. Вот, заняться моими ножками, потому что уже в шортиках можно ходить. Ну, в спортивных, по крайней мере. Я вчера с Чарли гуляла в майке. И нет, это сегодня я гуляла в майке. Да, сегодня гуляла в одной майке. Без кофты, без всего было тепло. Но сейчас как-то вроде бы как пасмурно стало. С утра было такое солнце. Классная. А сейчас вот опять, видите, пасмурно. Ну, тепло, хорошо. Ну, дискотека у соседа. Пошла я гулять, а то еще дождик пойдет. Невзначай. И Чарли останется без прогулки. У нас после каждого занятия, ну, я позанималась, вы могли бы заметить, растяжка. Кстати, так кафель нагрелся, так тепло, так хорошо. Я прям сейчас даже поспала бы. Так наскакалась, что мама не горю. И знаете, вот так лежу такая сейчас. Смотрю в небо. Птички летают. И знаете, у меня какая мысль? Вот они летают, летают. Я не думаю там о красоте или аж еще что-нибудь. Я думаю, сейчас как она накакает на меня и прямо в глаз. Ой, блин, как каканет вот ласточки. Тут их столько много. Как какнет на меня. И буду я обкаканная тут лежать, отдыхать. Коврик у меня так и нету, видите. Зато у меня вот такой вот, это было на столе такой скатерть. Она как плюшевая, так на ней хорошо. Все, пойду сейчас в душ отдыхать. Хотя какой отдыхать? Надо все процедуры принять. Но занималась, неохота никуда. Так бы и лежала. Все, друзья. Чисто четверг удался. Все чисто, я чисто. Чарли не чистый, Чарли не искупала. У него шампунь закончился. И еда закончилась. Ну, он у меня ест раз в неделю сухой корм. Поэтому еще на неделю хватит. Я ему там последнее высыпала. Но корм надо купить. Корм, шампунь ему надо купить. На всякий пожарный, блин. У меня уже волос так отрастает. Вот, буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, как вы. Отчистили все свои квартиры, перышки почистили в чистый четверг. Пойду сейчас творог, у меня такой, знаете, зернистый творог, и он как бы идет. Пришел. Че пришел? Бамадуча? Бинго бамадуча? Опс. И зернистый творог, и он как бы как в жидкости такой. Надо его слить, чтобы сделать паски. Паски называются, да, творожные.
сварю завтра, наверное. Ой, с яйцами надо что-то придумать. В общем, да, такие хлопоты приятные. Всегда вот прям Пасхи. Мне очень нравился этот светлый праздник. Никогда пост не берегла. Было время, когда первые недели, последние недели, да, я, как это сказать, постилась. Ну, что-то, знаете, к этому надо прийти. И главное, чтобы язык был. Мысли были чисты, язык был чист. А все остальное, как бы, это еда просто. Ну, не будем глагольствоваться, философствовать. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.